Так, ну что, давайте начинать. Значит, я сегодня хотел поговорить про некоторую новую тему. Мы вкратце обсудили, как вообще подходить к анализу дифференциальных уравнений, что там бывает. Ну, вот, надо сказать, что мы пока что обсудили, что бывают дифференциальные уравнения, которые решаются, но это некоторое исключение, да, когда там можно разделить переменные или еще что-нибудь в этом роде. И написать просто явный вид решения, или, по крайней мере, явный вид фазовых кривых. И бывают линейные уравнения, которые решаются совсем явно. Это вот то, что мы делали на предыдущих занятиях. Там писали всякие матричные экспоненты, все такое прочее. Вот. Но так, если вы напишете просто так наугад дифференциальное уравнение, оно, скорее всего, во-первых, не будет решаться. Во-вторых, если ваше уравнение пришло из какой-то более-менее реальной задачи, ну, скорее всего, оно не будет линейным. Как бы предполагать, что какие-то реальные физические или какие-нибудь еще законы описываются именно линейными системами, это было бы несколько, ну, было бы немножко странно, если бы это было бы так, потому что это как бы линейное уравнение слишком вырожденное, это слишком узкий класс систем. Мы предполагаем, что реальные какие-то физические или другие законы, они описываются, ну, грубо говоря, уравнениями, у которых правые части, ну, в некотором смысле типичны, в некотором смысле, которые можно получить просто случайным выбором. Вот. И дальше возникает проблема, что не совсем понятно, как, собственно говоря, исследовать уравнения, которые, с одной стороны, не являются хорошо решаемыми, но при этом они нам интересны. Значит, надо сказать, что совсем какого-то общего метода нет. С одной стороны, мы можем делать численные симуляции, но всегда, когда мы делаем численные симуляции, мы получаем ответ на вопрос про конкретное решение конкретной системы. Ну хорошо, мы можем взять много стартовых начальных условий, сделать кучу симуляций и тоже получить какое-то количество возможных ответов про вот эти вот траектории. Ну, допустим, скажем, есть такой вопрос: устойчива ли Солнечная система? Ну вот мы знаем сейчас, что мы как-то крутимся вокруг Солнца, другие планеты крутятся вокруг Солнца, но вот это так всегда будет продолжаться, или в какой-то момент, или... Окей, продолжаем. Так. Вот. Короче говоря, о чем я говорил, да, о том, что значит, вопрос про, допустим, устойчивость Солнечной системы, он такой неочевидный. И, например, есть исследования, в которых люди просто рассматривали огромное количество симуляций, там, я не помню, сколько там их было, брали чуть-чуть отличающиеся стартовые условия и там моделировали поведение Солнечной системы на протяжении там, какого-то количества миллионов лет и смотрели, в каких ситуациях она развалится, а в каких нет. Ну и получили там какой-то результат, потому что в каком-то проценте ситуации, я не помню, в каком, Солнечная система все-таки разваливается, а в каком-то остается крутиться достаточно долго. Вот. Ну, в общем, короче говоря, это такой брутфорс. Вот. А другой подход состоит в том, чтобы все-таки что-то пытаться понять аналитически. Надо сказать, что даже построение одного, как бы точное аналитическое построение одного фазового портрета системы на плоскости или там, в трехмерном пространстве, как бы с доказательством того, что фазовый портрет действительно такой, это довольно часто это, как бы, ну, открытая научная проблема. Допустим, есть система, которая называется аттрактор Лоренца, очень известная. Мы про нее поговорим чуть попозже, потому что там это один из первых примеров появления так называемой хаотической динамики. И доказательство того, что, ну, то есть как бы эта система была открыта там, в середине 20 века где-то, и примерно довольно быстро было понято, какими свойствами она обладает, как примерно на качественном уровне устроен фазовый портрет. Но чтобы аккуратно доказать, что он действительно так устроен, потребовалось где-то полвека. И только с помощью там, специальной системы компьютерных, как бы компьютерного
доказательного исследования дифференциальных уравнений с помощью так называемой интервальной арифметики удалось это сделать. И это как бы была некоторая серьезная работа, серьезная статья. Вот. Тем не менее, можно пытаться что-то понять на качественном уровне. В частности, содержательно оказывается такая идея, что вот у нас есть какие-то системы, про которые мы примерно понимаем, как они устроены. А давайте теперь зададимся таким вопросом. А вот если мы будем эту систему менять, у системы есть какие-то параметры. Если мы будем менять параметры этой системы, что с ней может происходить? Какие качественные перестройки, какие качественные изменения фазового портрета могут, в принципе, происходить? И вот на этот вопрос отвечает, насколько это возможно, отвечает наука, которая называется теорией бифуркаций. Ну вот сейчас я хочу рассказать про два сюжета из теории бифуркаций. Значит, давайте я покажу самую простую бифуркацию, наверное, какая бывает. Первый пример такой. Значит, это называется седлоузловая бифуркация. И устроена она примерно так. Ну, давайте начнем с того, что рассмотрим какое-нибудь вот такое уравнение. X точкой равняется, допустим, Kx. Ну, давайте даже я возьму какой-нибудь конкретный k, пусть будет просто x точка равняется, скажем, минус x. Значит, это такая штука. Мы много раз уже с ней были знакомы. Значит, если я буду рисовать фазовый портрет, то получится что-то в таком роде. Вот у нас есть особая точка 0, и у нас есть фазовые кривые, которые устроены вот так вот. Они просто приближаются к этой особой точке. Давайте представим себе, что я хочу вот это уравнение как-то немножко пошевелить. Значит, во-первых, меня интересует только окрестность нуля. То, что происходит где-то там далеко от нуля, меня сейчас не очень интересует. Меня интересует такая локальная задача. А во-вторых, меня интересует, что будет происходить, если я добавлю некоторое, ну вот как бы рассмотрю систему, которая будет близка к вот этой. Добавлю некоторое возмущение, которое будет маленьким. Да, то есть я хочу рассмотреть что-то в таком роде. X точка равняется минус x, плюс какое-то возмущение w от x. Значит, у меня сейчас x одномерный, потому что простая система. Ну, естественно, w – это какая-то функция, которая... добавление которой как раз отличает мою новую систему от старой системы. И давайте подумаем, как связан фазовый портрет новой системы с фазовым портретом старой системы. Насколько разные штуки мы можем получить? Как вы думаете? При этом я думаю про окрестность нуля, а вот про вот эту вот W я хочу, чтобы она была маленькая. Ну, маленькая, не обязательно у от x. Маленькая в том смысле, что, ну, вот, это, конечно, хороший вопрос, что означает маленькая. Ну, давайте я скажу так, что я зафиксирую какой-то параметр эпсилон, какую-то как бы степень малости, которая меня устраивает. И я потребую, ну, давайте начнем с того, что... Что я потребую, чтобы просто, ну, допустим, для всех иксов там из интервала от минус единицы до единицы, давайте до отрезка, W от x по модулю был бы меньше эпсилон. Значит, вот что можно... Значит, я могу зафиксировать эпсилон каким угодно маленьким. Ну, вот я его зафиксирую, а дальше хочу ответить на вопрос. Как связан фазовый портрет вот этой вот системы. Давайте я назову ее системой 2. Вопрос. То есть можно, например, сказать, что у нас эпсилон единица, и тогда v от x можно взять в качестве v от x константу вот на вторая. Да.
Нет, мы его не уменьшаем, но мы хотим сделать такую штуку. Мы хотим выбрать такой достаточно маленький эпсилон, чтобы можно было бы ответить на вопрос, как связана фазовый портрет системы 2 с фазовым портретом системы 1. Понятно, что если я никаких условий на эпсилон не накладываю, то ответить нельзя, потому что тогда правая часть второй системы любая. А если я не накладываю, там, если эпсилон очень большой, то ничего сказать нельзя. Значит, вопрос такой. Что можно сказать про фазовый портрет? Система 2, как он связан? Он связан с фазовым портретом системы 1. Вот. Может быть, еще какие-то нужно будет условия наложить на вот эту вот функцию W, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос. Но давайте пока начнем вот с такого вот вопроса. Значит, можете ли вы что-нибудь сказать? Ну, кажется, то, что вне эпсилон окрестности все будет точно такое же, а внутри эпсилон, ну, там что-то может другое быть. Сейчас, внутри эпсилон, сейчас, еще раз? Ну, вот вне эпсилон окрестности у нас вроде как все должно быть, ну, плюс-минус, как было. Uh-huh. А внутри эпсилон окрестности, ну, не очень понятно, зависит от того, как вы устроены. Uh-huh. Ну, да. А вы что хотели сказать? Что при тест-домешнемся плюс бесконечности похожие, а внутри и слева, то есть при тест-домешнемся плюс бесконечности, наверное, слева тоже могут быть изменения. Угу. Давайте я нарисую, правую часть исходной системы и правую часть, вот это вот называется возмущенная система. Вот эта вот штука называется возмущением. Значит, вот это возмущение. И в целом система 2 называется возмущенная система. Как бы система 1 не возмущенная, а система 2 возмущенная. Мы можем сказать, что система 2 получена из системы 1 каким-то возмущением. Мы ее как-то немножко пошевелили. Это не возмущенная. Вот. Да, значит, первая мысль, которая здесь действительно приходит в голову, такая, что вот если я построю график правой части моей системы, ну, давайте я как-нибудь их обозначу. Пусть у меня вот эта вот штука называется f от x. А вот эта вот штука называется g от x. Да, если я построю график f от x, это будет просто вот такая прямая. Так, давайте куда-нибудь перенесу эту штуку. Минус, то есть она должна быть вот такой. Значит, вот это y равняется f от x. А дальше вы говорите, что если я выйду из какой-то окрестности нуля, то динамика вне этой окрестности будет такая же, как раньше. Ну, почему это так? Ну, понятно, потому что если у меня эпсилон какой-то маленький, то если у меня вот это вот возмущение размером меньше эпсилона, то это просто означает, что у меня вот здесь отклонение будет не больше эпсилона. И понятно, что если, например, вот здесь вот числа были положительные, то есть движение было направлено вправо, то и после возмущения движение тоже будет направлено вправо. Никуда не денется. Значит, как-то вот так это будет устроено. Да? Здесь вот так, допустим, тут может быть как-нибудь вот так. Но далеко не убежит. Вот. Это справедливое рассуждение, что действительно здесь и здесь направление движения по-прежнему будет вот таким. Но хочется все-таки понять, что же происходит вот здесь. У нас у исходной системы есть ровно одна устойчивая особая точка. И что-то мы хотим сказать такого же типа про возмущенную систему. Сколько у нее будет особых точек?
Если она там ведет себя как синус, ну, очень маленькая крестность, то там будет много точек. Да, вот как бы некоторая проблема, которая здесь возникает, что вот эта вот функция w от x, она может быть устроена как-нибудь довольно гадко. Она может как-нибудь вот, как бы, она может быть маленькой, но вот здесь вот вблизи нуля даже маленькие вот такие вот колебания могут посадить нам много особых точек. И это не то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы какие-то свойства все-таки сохранялись. И поэтому мы хотим, чтобы вот эта вот W-шечка, она была бы не просто вот такой вот маленькой, а вот какое бы можно было бы наложить на ее условия, тоже условия типа малости, которая все-таки нам сохранит особую точку, по крайней мере, сохранит в том смысле, что особая точка останется одна. Она может как-то сдвинуться вправо-влево. Нет, значит, вот мы хотим как раз какое-то универсальное условие, которое от f от x не будет зависеть. В x могут быть только когда x равно нулю. Ну, это какое-то слишком обременительное условие, чтобы оно проходило ровно через эту точку. И это как бы, ну вот мы хотим, мы все-таки хотим формализовать такую идею о том, что вот у нас была вот такая вот система, а мы ее, грубо говоря, абы как немножко возмутили. Все-таки если я требую, чтобы это возмущение было бы устроено так, что вот оно проходит через ноль только в этой точке, но это все-таки слишком сильное условие. Ну, на вертикальной оси я сейчас рисую, соответственно, графики правой части. Ну вот, правой части моего уравнения, значит, вот, у меня нарисован f от x, и вот я тут зелененьким я тут рисовал типа g от x. Давайте я напишу, что вот это вот y равняется g от x. Так, мы обсудили, что вот здесь вот они будут, по крайней мере, вот здесь он будет положительным, а здесь он будет отрицательным для достаточно маленьких эпсилонов. А вот в окрестности точки 0, ну, в общем, не совсем понятно, что будет происходить. Но давайте все-таки наложим какое-нибудь условие на вот эту штуку. Ну, монотонность – это как тоже слишком сильно. Это означает, что у вас возмущение работает как бы только в одну сторону, что оно только увеличивает. Ну, как-то нет, как-то не хочется. Ну, maybe что-то типа, что у нас в эпсилон окрестности v от x только 1, 0 у функции. Ну, только 0, да, но это тоже какое-то... Ну, понимаете, вот как бы это вот w от x, она меряет, насколько сильно отличается ваша функция, вот эта вот возмущенная, от исходной. Условие, что у нее только 1, 0, вот в этом смысле оно какое-то немножко странное. Ну, хорошо, давайте я подскажу. Смотрите, значит, вот сейчас мы ограничивали просто значение самой по себе функции w. Но если мы потребуем, чтобы маленьким было не только значение функции, но и значение ее производной, если мы потребуем вот такого условия, то ситуация немножко меняется. Давайте посмотрим, что будет вот в этом случае. Может ли вот в этом случае по-прежнему быть ситуация, что мы создаем много новых положений равновесия, много новых. Может ли вот у этой штуки быть много нулей? Значит, вот у правой части возмущенного уравнения минус x плюс w от x. Может ли у нее быть много нулей вблизи нуля? Значит, здесь вот нас не очень интересует, что происходит. Может, знаем, что происходит. Да, значит, если мы требуем не просто ограниченность, а маленькость производной. Ну, на самом деле, действительно, здесь достаточно, как бы, здесь можно выбрать конкретный эпсилон. Значит, как устроено? Что при этом произойдет? Значит, почему не может быть нескольких нулей? Это какая-то магия. Нужно ее подвигать здесь, потом подвигать здесь. После этого она начинает снова обновляться. Иногда не начинает. Вот. Итак,
Значит, если мы накладываем вот эти два требования, что можно сказать про количество нулей вот у этой функции? Уже от x. Значит, каждый ноль – это положение равновесия. Вообще не больше, чем один. Потому что она изменяется не больше, чем x, она должна прийти в одного. Она все еще может вокруг нуля, почему колебаться? Может колебаться. Но вот W может колебаться. А может ли колебаться G? Может ли колебаться вот эта вся штука? Ну, по идее, если W колебается, то G тоже колебается. Не обязательно прям уходить в минус. Но какая-то волнистость определенно будет. Ну, волнистость, конечно, будет, но нас интересует именно количество нулей. Потому что как бы то, что мы видим на динамике, это именно особые точки нули в данном случае для системы на прямой. Ну, давай смотреть. Предположим, что там была бы вот такая картинка. Пусть там было бы несколько нулей. Да? Давайте я нарисую. Вот пусть у меня вот так. Значит, модифицированная моя функция, она, чтобы у нее было несколько нулей, она должна вести себя как-нибудь вот так вот. Как-нибудь вот так. Может ли такое быть? Так, точнее, ну вот, можно ли такое запретить выбором маленького эпсилона? Такой вопрос. Сейчас нулями называем те случаи, когда... Ну, когда правая часть обнуляется, ага. Просто равна нулю. Да. Ну, они же особые точки, они же положение равновесия. Мы знаем, что производная же тоже ограничена. Угу. Ну, интервалом минус. Так. Это хорошая идея. И ну, вот тот отрезок, в котором нас интересуют эти колебания, его длина 2x. Так. Ну, давайте такая задачка по одномерному анализу. Да? А, господи, все, я понял. Она же ну, не должна быть, вот, производная исходной функции не должна быть нуля, вот, чтобы у нас не было ну, вот таких вот, как синусоид, да, чтобы у нас не было точек, в которых производная ноль. Вот, а что у нас такое производное? Это минус один плюс, как раз таки, производная v от x. Угу. Да? У нас получается минус один, ну, плюс что-то меньше по модулю эпсилон, это не должно быть нулю. Ну и вот мы как раз это и делаем. Так. Да, да, совершенно справедливое замечание. Значит, действительно, смотрите, вспоминаем курс анализа первого курса. Там была теорема Ролля о том, что если у вас есть два нуля функции, и функция там ведет себя хорошо, ну, поскольку я говорю про производные, значит, я подразумеваю, что мы там все дифференцируем, да? Поскольку я здесь говорю вот про то, что производная маленькая. Это означает, что между двумя нулями функции есть как минимум ноль производных. Ну и понятно, что для того, чтобы функция была несколько нулей, она должна то возрастать, то убывать, никуда не денется. Но если посмотреть на производную функцию g, то значит, мы знаем, что g – это просто минус x плюс wx. Значит, ее производная минус единица плюс w'. И, значит, какой можно выбрать эпсилон, чтобы гарантировать, что здесь будет не больше, чем 1, 0? Ну, как бы эпсилон в нашей власти. Эпсилон мы сами задаем. Мы говорим, что вот мы хотим задать какую-то степень маленькости, при которой... А, и мы хотим, чтобы у нас производная не достигала нуля? Да, потому что если мы сделаем так, что у нас производная g будет не достигать нуля, если она будет всегда отрицательной. Да, то g не сможет вернуться, она просто будет всегда убывать. А, да, монотонная. Она будет просто монотонной, да. Как раз вы хотели монотонность, но вы хотели монотонности не от того. Нужно не от W требовать монотонность, а чтобы уже была монотонность здесь. Вот, значит, при... эпсилон меньше единицы, g' будет меньше нуля.
Следовательно, G убывает. Следовательно, имеет не более одного корня. Но, с другой стороны, один корень она уж точно имеет. Почему? Да, бывает. Да, но просто, да, просто потому, что как бы если у меня, опять же, эпсилон меньше единицы, да, и если я возьму, например, вот здесь вот точку вблизи минус единицы, то у меня значение g будет уж точно здесь положительным, а здесь, наоборот, отрицательным. Ну и дальше там потеряем промежуточное значение и все такое. Значит, один корень точно есть. Следовательно, фазовый портрет вот этого уравнения 2 будет выглядеть, ну, он будет выглядеть как? Ну, как-то так. Вот у меня здесь есть где-то этот самый мой корень функции g. Это не, он не обязательно в нуле. У нас могло быть маленькое возмущение. Допустим, маленькую константу добавили. Маленькая константа удовлетворяет обоим условиям. У нее производная вообще нулевая. Саму константу можем сделать меньше эпсилон. Ну, понятно, что это приведет к тому, что у нас сдвинется вот эта точка, сдвинется корень. Но, тем не менее, качественно, если смотреть, то картинка будет какая-то вот такая. Значит, правая часть будет как-то вот так вести себя, и динамика будет устроена, ну, в общем, вот так она будет устроена. То есть, если говорить качественно, то фазовый портрет будет ровно таким же, каким был. То есть, смотрите, что получается. Вот я исследовал вот такое вот уравнение. Оно ужасно простое. Я все про него знаю. Но оказывается, что одновременно с этим я исследовал и всевозможные его, как говорят, C1 малое возмущение. То, что C1 малое, это как раз утверждение, что мы хотим маленькости не только самого возмущения, но и его производных. Вот. Но во многих ситуациях разумно это рассматривать. Например, потому что сейчас мы будем, как правило, рассматривать какие-то семейства, которые зависят от параметра, и они от параметра зависят гладко. Поэтому, когда вы чуть-чуть пошевелите ваш параметр, у вас как бы все уравнение изменится, ну, так сказать, тоже C1 гладко. Вот. Поэтому вот это вот условие, как правило, осмысленно. И оказывается, что мы изучили не только вот это уравнение, но и изучили, в общем, всякие вот такие уравнения. Конечно, это не означает, что мы там умеем их решать, можем написать решение вида x равняется x от t, но, по крайней мере, мы понимаем, качественно понимаем, как устроена динамика. А именно, что если мы стартуем где-то вблизи нуля, то с течением времени мы будем приближаться к какой-то особой точке. И эта особая точка будет одна. У нас будет ровно одно положение равновесия. И оно будет устойчивым, мы к нему будем приближаться. Но интегральные кривые как-то изменятся. Но если вас интересует, опять же, если вас интересуют, так сказать, не количественные вопросы про решение, не вопрос о том, какое будет состояние системы через время 12. А если вас интересуют какие-то качественные вопросы, связанные, например, с предельным поведением системы, что будет происходить, когда время стремится к плюс бесконечности, то ответы останутся, ну, примерно такими же. Просто казалось бы, что для данной системы там же интегральные кривые – это экспоненты, отраженные. И вот там ось, которая отделяет ведущие вверх от ведущих вниз, она не может пойти под наклоном? Нет, под наклоном ничего идти не будет. У вас как бы модифицированные интегральные кривые, но вот как-то так по-прежнему будут устроены. Но она может теперь идти, они могут теперь как бы вот это вот положение равновесия, к которой они все сходятся, она может сдвинуться. Но поэтому она будет по-прежнему горизонтальна, потому что ему соответствует просто вот одна точка на фазовом пространстве. А, точно, ну, да, точно.
Вот, то есть если задавать качественные вопросы, типа, куда, как ведут себя траектории, когда тест стремится к бесконечности? Вот это такой естественный качественный вопрос про предельную динамику. То ответы для вот этой вот системы исходной и для возмущенной системы в данном случае будут полностью одинаковыми. Ну, опять же, полностью не означает, что к той же самой точке, но к одной точке, к одному положению равновесия. Вот. Значит, качественное описание динамики будет совпадать. Значит, фазовый портрет 2 качественно совпадает с фазовым портретом 1. Вот. А про такую систему говорят, что она структурно устойчива. Структурная устойчивость – это некое свойство всей системы целиком, и она говорит вот как раз вот это вот, что если эту систему немножко пошевелить, то качественно динамика не изменится. Это с такой физической или, говоря более широко, естественно, научной точки зрения, это, в принципе, такая вещь, которую мы хотим требовать от тех дифференциальных уравнений, которыми описываются какие-то реальные процессы. Потому что если так оказалось, что вот вы выписали какое-то дифференциальное уравнение, значит, оно описывает какой-то реальный процесс. Вы что-то такое смоделировали, там, это уравнение, исследовали его как-то, пришли к каким-то выводам про ваш реальный процесс. Но мы понимаем, что наша реальная, какие-то реальные системы, они все-таки являются каким-то приближением к нашим моделям, точнее, наоборот, модель является приближением к реальным системам, но можно думать в обратную сторону. И поэтому, если мы хотим, то есть если так окажется, что наша модель не является структурно устойчивой, то это будет означать, что даже ответы на качественные вопросы, которые мы можем получить из этой модели, могут не иметь никакого отношения к ответам про реальную систему. Потому что мы чуть-чуть ее пошевелим, и все сломается. Ну, я формального сейчас определения структурной устойчивости пока не давал, я, может быть, попозже его сформулирую, но качественная структурная устойчивость – это, значит, это утверждение про то, что система не меняет своих свойств качественно, если вы ее немножко пошевелите. Вот. Ну, хорошо. Значит, вот такая вот система x точка равняется минус x. Вот видно, что, по крайней мере, в окрестности нуля она структурно устойчивая. Можете придумать какую-нибудь систему тоже с положением равновесия, с какой-то особой точкой, которая не будет структурно устойчивой? Как циклы? Про циклы, да, но это мы сейчас... Да, но вот я хочу тоже на прямой. Давайте сначала с простым. Возможно, что-то вроде как там было... с двумя точками. Не хочу двумя точками, давайте с одной точкой. Значит, хочу систему... x точка равна x квадрат, да. Как бы смотрите, какая тут идея. Вот. Значит, на самом деле, если я смотрю в особую точку, да, ну вот я могу переместить особую точку в начало координат для невозмущенной системы. И понятно, что вот эта система, которую я тут описал, она... Ну, если бы здесь было бы написано не минус x, а минус какая-то константа x или просто какая-то константа x, то ничего бы не поменялось бы содержательно. У нас все равно была бы какое-то вот такое вот, какая-то вот такая вот прямая. И все равно, если бы я эту прямую, если бы я добавил к ней небольшое возмущение, все равно бы ничего бы не поменялось бы. По-прежнему от того, что я немножко пошевелю систему, в ней остается одна неподвижная точка, одна особая точка. Вот, но если мы, поэтому если мы хотим сделать такую особую точку, в которой бы структурная устойчивость нарушалась, нужно, чтобы в этой особой точке, ну как, вот чтобы не было вот такой вот линейной части. Ну, дальше следующая простая функция, у которой нету, у которой есть корень, но при этом у этого корня нету нетривиальной линейной части, это означает, что линейная часть должна быть тривиальна, ноль, но тогда следующий тейлоровский член нужно взять не нулевым.
Ну, давайте рассмотрим такую систему теперь. Значит, x точка равняется x квадрат. Мы обсуждали, что эта система обладает тем свойством, что в ней траектория уходит на бесконечное и законечное время. Но вот этот эффект меня сейчас не будет интересовать. Меня будет интересовать то, что происходит вблизи нуля, вблизи начала координат. Значит, давайте я возьму начало координат. И значит, как у меня будет устроена картинка? Опять же, я хочу нарисовать. Значит, вот это вот у меня x, а здесь у меня будет x с точкой. Ну, это просто будет парабола, вот такая вот штука. Ну и динамика будет устроена так. Значит, есть особая точка. Есть траектории, которые стремятся к этой особой точке. Это все, что стартует слева. Есть траектория, которая, наоборот, уходит из этой особой точки. Все, что стартует справа. Вот. Получилась такая особая точка. Она называется полуустойчивая особая точка, потому что она с одной стороны устойчивая, с другой нет. Вот. Давайте посмотрим, что может происходить, когда я буду добавлять какие-то маленькие возмущения к, вот этой, к этой системе, к правой части. Что может произойти? Ну, собственно говоря, можно даже добавлять какие-то конкретные малые возмущения. В данном случае можно для простоты добавлять просто константу. Да, рассмотреть такое семейство. X точка равняется x квадрат плюс какой-нибудь эпсилон. Значит, вот такое возмущение будет маленькое, если эпсилон маленький. Ну, что же RStudio от меня хочет? Ничего не хочу. Вот. Значит, добавление маленькой константы – это всегда c1 малое возмущение. И дальше вопрос. Что будет происходить, когда я эту константу буду добавлять? Что будет происходить с фазовым портретом? Да, значит, может так оказаться, что эпсилон больше нуля. В этом случае у меня картинка устроена вот так. У меня моя правая часть становится просто всюду положительной. И весь фазовый портрет состоит из единственной фазовой кривой. То есть вместо того, чтобы стремиться к вот этой особой точке, у меня значит, динамика устроена так, что вот я, допустим, стартую слева, я двигаюсь все медленнее, но вместо того, чтобы значит, устремиться к этой особой точке, я проскакиваю ее и двигаюсь дальше вправо. Вот, это первый вариант. А какой еще может быть вариант? Когда мы ниже уходим. Когда ниже уходим, да, и что там будет происходить? Да, появляются две особые точки. Значит, картинка становится вот такой. И у нас теперь две особые точки. Одна устойчивая, другая неустойчивая. Так, какая устойчивая, какая неустойчивая? Левая устойчивая, да. Значит, вот так мы движемся. А здесь вот так мы движемся тут, и вот так мы движемся тут. Вот. То есть, если теперь представить себе, что вот у меня есть вот такая, что у меня есть вот такое семейство, и я в этом семействе сейчас двигаю параметр эпсилон, ну, например, он сначала был отрицательным, а потом становится положительным. То я буду видеть такую картинку. У меня есть две особые точки, устойчивые и неустойчивые. По мере того, как эпсилон увеличивается, эти особые точки приближаются друг к другу. Приближаются, потом на мгновение они схлопываются в одну полуустойчивую особую точку, потом эта особая точка просто исчезает. Вот. Когда у нас есть вот такая серия картинок, когда у нас есть система, зависящая от параметра, мы меняем параметр, и у нас фазовый портрет каким-то образом качественно меняется, как здесь,
Да, у нас вот эти вот три фазовых портрета, они качественно разные. У них разное количество особых точек, например. В этом случае говорят, что происходит бифуркация. Да, значит, при эпсилон равном нулю. Вот наша как бы исходная система, вот такая вот, она является структурно неустойчивой. Но, собственно говоря, мы сейчас продемонстрировали, что она является структурно неустойчивой, потому что вот мы придумали, как добавлять маленькое возмущение так, чтобы система поменяла бы свой фазовый портрет качественно. Значит, говорят, что при эпсилон равном нулю вот в этом семействе x точка равняется x квадрат плюс эпсилон происходит бифуркация. То есть изменение качественное изменение фазового портрета. Вот, то есть в некотором смысле вся эта наука про бифуркацию – это наука про следующее, что вот у вас есть какая-то системка, вы видите какую-то динамику в ней. Да? Допустим, вы запускаете эту систему, то есть у вас какой-нибудь черный ящик, радиоприемник, он там подключен к какому-нибудь осциллографу, вы его включаете, смотрите, ага, вот у вас, значит, вы пришли там в какое-нибудь положение равновесия. Дальше вы крутите ручки, и у вас может быть такое, что ничего не меняется, допустим, как было положение равновесия, так и осталось, может быть, чуть сдвинулось. А может такое быть, что происходит какая-то другая динамика. Например, у вас было положение равновесия, потом вдруг бац, исчезло. Это означает, что в случае с радиоприемником, видимо, это означает, что он взорвался из-за того, что там какие-нибудь токи ушли на бесконечность, грубо говоря. В радиоприемниках такое, наверное, не бывает, а вот в каких-нибудь ядерных реакторах, может, и бывает. Вот. Ну, в общем, как бы, поэтому если мы хотим, ну, и при этом на практике, естественно, когда мы рассматриваем какую-то реальную модель чего угодно, на практике это какое-то дифференциальное уравнение с большим количеством параметров. И поэтому, в общем, нам интересно, а что может меняться в этой модели, если мы эти параметры будем крутить? И какие вообще возможны механизмы изменений? Ну вот один из этих механизмов мы сейчас обсудили. И это, в общем-то, напрямой, так, в типичном случае, если у вас один параметр, если вы крутите один параметр, то ничего другого происходить не может. Если у вас есть несколько параметров, и вы их можете крутить как хотите, то могут происходить другие бифуркации. Но на прямой ничего кроме точек равновесия, ничего другого интересного не бывает. И про бифуркации имеет смысл говорить именно про такие локальные бифуркации. Но бывают бифуркации, которые устроены не вот так. Не то, что у вас, допустим, жили-были две точки, склеились в одну, а потом исчезли. Бывают другие сценарии бифуркации. Ну, давайте я покажу какой-нибудь сценарий бифуркации. В одномерном случае, да. Ну, вот в одномерном, но если у вас есть несколько параметров, то вы можете добиться чего-нибудь такого. Значит, в случае, если у вас, значит, вот такое вот уравнение, да, x точка равняется x квадрат плюс эпсилон. Ну, в общем, тут ничего другого особенного и не будет. И, в принципе, даже если здесь не просто x квадрат, если я нарисую абы какую правую часть, да? Понятно, что если я ее буду просто деформировать с помощью одного параметра, то ну, что может происходить? Ну, вот она может как-то сдвигаться, как-то вот деформироваться. Да? В какой-то момент у вас может произойти вот такое касание, и будет что-нибудь
будет что-нибудь похожее на вот эту седло-узловую бифуркацию, которую мы только что обсуждали. Но если, в принципе, можно добиться, более хитрой штуки. В частности, можно... Вот давайте рассмотрим такую. Рассмотрим такую систему. Значит, если я разрешаю себе иметь большее количество параметров, то я могу занулить большее количество членов в тейлоровском разложении. Значит, изначально у нас была вот такая вот совсем типичная система, в которой никаких специальных условий на тейлоровское разложение не накладывалось. Значит, у нас, в частности, можно было считать, что производная, что там, первая производная в особой точке не нулевая. А дальше, если у нас есть один параметр, то мы можем с помощью одного параметра добиться того, чтобы у нас первая производная занулилась. А если у нас есть два параметра, то мы можем занулить и первую производную, и вторую производную. Тогда у нас будет какая-нибудь вот такая вот система. X в кубе, ну и плюс что-то там, плюс какие-то старшие члены. Ну вот смотрите, когда я говорю про параметры, я подразумеваю следующее. Нет, они не обязательно прибавляются. Но вот как бы это показать. Вот представьте себе, что у меня есть пространство всех дифференциальных уравнений. Это какое-то бесконечно мерное пространство, какое-то огромное многообразие. И давайте посмотрим. Меня интересует то, что происходит вблизи какой-то конкретной особой точки. Меня интересуют всякие дифференциальные уравнения, которые имеют вот эту особую точку, какую-то конкретную, которая в нуле, допустим, обнуляется. При этом это, так иначе, это очень большое пространство дифференциальных уравнений. А как в нем выглядит кусочек, в котором, ну вот давайте, значит, отступление про коразмерность. Значит, пусть это пространство дифференциальных уравнений с особой точкой в нуле. Давайте просто вот x точка равняется какому-то f от x. F от нуля равняется нулю. Вопрос. Как в этом пространстве выглядят подпространство тех уравнений, у которых производная в точке 0 обнуляется? Здесь нас нужно было, чтобы свободный член был равен нулю. А дальше, чтобы... Ну, вот то, что свободный член равен нулю, мы уже потребовали. А дальше первый член равен нулю. Как устроено множество тех уравнений, для которых f от нуля равняется нулю и f' от нуля равняется нулю. И вторая степень. Да. Значит, ну вот с точки зрения как бы размерностей. Тут плохо говорить про размерности, потому что размерность бесконечная. Поэтому разумно говорить про коразмерность. Но если бы вот это вот пространство всех... Допустим, что я рассматривал не все дифференциальные уравнения, допустим, все полиномиальные дифференциальные уравнения степени 10, скажем. На одну размерность меньше, совершенно верно. То есть, значит, вот эта вот штука, это штука, которая будет иметь, как говорят, коразмерность 1. Она выделяется одним условием типа равенства. Значит, f' в нуле тоже равняется нулю. Теперь смотрите, если у меня есть типичная кривая вот в этом вот многомерном пространстве всех дифференциальных уравнений, то есть типичное однопараметрическое семейство, то у меня есть шанс, что это типичное однопараметрическое семейство в какой-то точке пересечет вот эту вот мою
поверхность, которая задается вот таким условием. А если я теперь накладываю два условия, если я теперь хочу, чтобы у меня не только первая производная занулилась, но и вторая производная занулилась. Да, значит, у меня будет теперь, значит, вот у этой штуки, вот у этой штуки была коразмерность единица, то есть как бы ее размерность на единицу меньше, чем размерность объемлющего пространства. А если у меня два условия, то это означает, что у меня есть какая-то вот такая вот штука. Да? И у нее, значит, вот это вот условие f2 штриха в нуле равняется нулю. И у нее коразмерность двойка. Я наложил два условия. А теперь, если у меня есть произвольное одномерное, значит, одномерное семейство, оно совершенно не обязано пересечься с вот этой вот с вот этим вот множеством. Ну, проще всего представлять себе, что у нас объемлющее пространство трехмерное, и две кривые коразмерности, два множества коразмерности 2 – это просто две кривые. Да, две кривые вполне себе как бы совершенно не обязаны пересечься. Это такая, как бы если они пересеклись, то это какой-то исключительный случай. Это очень хорошо подобранная кривая. Вот. Но если у меня есть два параметра, то тогда мое семейство, вот у меня здесь было, значит, вот это вот однопараметрическое семейство. Но если у меня есть два параметра, то двумерная, значит, у меня возникает некоторая такая двумерная поверхность, если у меня два параметра, и она вполне себе может пересечь, ну, в типичном случае, скорее всего, пересечет вот это самое множество коразмерности 2. Значит, это двупараметрическое семейство. Вот, поэтому как бы чем больше параметров я могу подкручивать, тем больше производных я могу обнулить. Поэтому я и говорю, что когда у меня, значит, когда у меня есть только один параметр, то, в общем, я ничего не сделаю хуже, чем вот такая штука. В типичном однопараметрическом семействе не встречаются бифуркации, отличные от вот такой вот седло-узловой бифуркации, которую мы обсудили. Но если у меня есть два параметра, то я могу добиться того, что у меня две производные зануляться. И после этого я могу получить вот такую картинку. Давайте посмотрим, какая бифуркация может происходить здесь. Что здесь может происходить? Да. Ну, на самом деле, нам нужны были два параметра, чтобы получить вот такую штуку в какой-то момент. А теперь нам, для того, чтобы получить бифуркацию, нам достаточно одного параметра. Значит, какую картинку можно получить? Только единственное, что вопрос, я не очень понимал, вот я понял, что такое два момента с точки зрения пространства, с точки зрения формы, куда они там пойдут. Непонятно, куда они пойдут. Просто у вас есть функция, которая зависит от двух параметров. Как она зависит, это не важно, гладко зависит. Что параметр не может быть, там, x куб умножить на f. Ну, можно думать так, вот смотрите, можно думать, что у вас, давайте я... x в кубе, как вы хотите? X в кубе в степени 3 плюс эпсилон. Извиняюсь, просто x в степени 3 плюс эпсилон. X в степени 3 плюс эпсилон. Это будет считаться в данном случае параметром, или это нечто другое? Ну, это как-то немножко стрёмно. Например, потому что x в кубе определен при всех x, в том числе при отрицательных. А если вы делаете 3 плюс эпсилон, то при отрицательных x эта штука уже не определена, потому что отрицательные числа нельзя возводить в рациональной степени. Нет, дискретные сейчас мы не хотим. Мы сейчас хотим, чтобы все непрерывно было. X в кубе умножить на эпсилон можно, но не очень интересно в данном случае. Просто меня смущает то, что если там были два параметра, условно, плюс эпсилон,
и плюс, не знаю, лямбда, то, казалось бы, их можно объединить в один параметр эпсилон плюс лямбда. И мы вот уже, что называется... Ну, это было бы, это можно было бы, да, но это была бы какая-то очень нетипичная ситуация. Получили, в общем, мы же всегда можем объединить в один параметр эпсилон плюс лямбда. Ну, смотрите. Значит, можно думать так, можно думать, что вот у вас есть, значит, у вас есть правая часть, которая разложена, просто там написано тейлоровское разложение. И оно устроено так, что вот у вас, допустим, А0, которая зависит от, скажем, двух параметров, эпсилона и дельты, плюс А1, зависящий от эпсилона и дельты умножить на х, плюс и так далее. Ну, давайте еще одно слагаемое напишу. Можно думать, что мы сейчас живем в мире аналитических функций, которые просто равны своим рядам Тейлора. И тогда думать про то, что функция зависит от параметра, это все равно, что думать про то, что вот эти вот тейлоровские коэффициенты зависят от параметра. И то, что я говорю, это то, что если у нас есть два параметра, то мы можем... Ну, во-первых, значит, вот эту вот штуку мы сейчас принудительно сделаем равной нулю, просто перемещая от начала координат в особую точку. Вот. А дальше, если у нас есть два параметра, то мы можем занулить два тейлоровских коэффициента. А, сейчас есть два параметра, таких, что их нельзя алгебраическими преобразованиями. Нельзя, да. Замену, нельзя. Да. Да, да, да. Вот. Итак, смотрите, вот вопрос. Что можно... давайте пока забудем про эти два параметра. Просто давайте посмотрим на вот эту штуку. Чего можно добиться маленькими возмущениями для вот этой штуки? Угу. Да, вот можно сделать какую-то вот такую вот картинку. Такую вот штуку. Вот, собственно говоря, можно конкретное семейство рассмотреть, в котором это происходит. Допустим, x точка равняется x куб минус эпсилон x. Вот в этом семействе происходит ровно это, потому что можно вынести x за скобку, остается x квадрат минус эпсилон. Здесь один параметр, но значит, мы за счет двух параметров мы добились того, что у нас, значит, конкретно вот в этом семействе действительно один параметр, но значит, ну, давайте считать, что я такое подсемейство выбрал, в котором я наблюдаю вот эту бифуркацию. Важно то, что нам нужны были два параметра для того, чтобы добиться вообще вот такой вот записи. Именно благодаря тому, что у нас были два параметра изначально, мы занулили два тейлоровских коэффициента, две производные. Сейчас, а смысл мы добились вот такой записи? Просто первый вопрос, оказалось бы, эта формула, она без параметров вообще? Формула без параметров, но смотрите, вот я хочу писать не абы какие формулы, а в некотором смысле типичные формулы. Вот если я напишу типичную, вот если я просто напишу типичную функцию, вот смотрите, давайте я задам такой вопрос. Вот например, типичная функция может иметь корень. Как бы вот наличие корня у функции – это не условие какое-то шибко специальное, а именно есть целые открытые области в пространстве функций, у которых есть корни. Но, например, условие, чтобы в корне производная обнулялась, вот это условие, оно уже нарушает типичность. Не бывает открытой области, в которой это условие бы выполнялось. А именно как раз вот это вот соответствует вот той картинке, которую я нарисовал выше. А именно, что здесь у нас есть некоторое подмножество коразмерности, положительной коразмерности, коразмерности 1. Вот. Поэтому вот те формулы, которые я хотел бы писать здесь, я хотел бы писать типичные формулы, формулы, которые задают типичные функции. Но вот такая вот функция, она нетипичная, потому что у нее два первых тейлоровских коэффициента занулились. Значит, там первый производный, вторая производная.
Поэтому я говорю, что вот такая вот штука, она как бы вот типично, так, типично такого уравнения быть не может, но зато оно может встретиться в типичном двупараметрическом семействе. Сейчас по параметрам мы это называем, что не называем? Ну, вот как бы вот в этой формуле никаких параметров сейчас нет в явном виде. Значит, я говорю, вот смотрите, я просто говорю следующее. Я говорю, что давайте я сейчас еще раз вернусь вот к этой картинке. Значит, я говорю, что вот эти мои функции, которые похожи на вот такую, которая похожа на x точка равняется x кубе, они живут где-то вот тут. Вот на каком-то подмногообразии по размерности 2. Сейчас, а почему 2, а не 3? Ну, потому что условие о том, что есть один корень, это не вырождение. Один корень может быть. Мы никакого, как бы вот это вот условие, это условие, чтобы в корне, который, в принципе, типичным образом встречается, чтобы в конкретной точке две производные обнулились. Это условие типа мы накладываем два условия типа равенства. Параметры позволяют нам сделать так, чтобы условия типа равенства были удовлетворены. А, ну то есть в данном случае можно считать, что параметры у нас это условно А. Первая производная, вторая. Х квадрат плюс b. Да, можно так считать. Можно считать, что мы сделали. Можно считать, что параметры это. Да. Вот. То есть как бы идея в том, что я не могу случайным образом попасть вот на эту кривую, но если у меня есть двупараметрическое семейство, то подбирая параметры в этом двупараметрическом семействе, я смогу попасть на эту кривую. Вот. Я только поэтому про это говорю. Ну, в общем, короче говоря, вот здесь возможна вот такая вот ситуация, и эта штука называется бифуркация трезубец, потому что если нарисовать вот такую вот диаграммку, значит, пусть у меня здесь будет по горизонтали эпсилон, а по вертикали наоборот x. Значит, как у меня выглядит, если я хочу нарисовать особые точки моей системы в зависимости от эпсилона, как эта штука будет выглядеть? Да, вот у меня как бы у меня, во-первых, всегда есть особая точка в нуле, а во-вторых, у меня встречаются еще особые точки. Давайте их другим цветом. Давайте я даже вот что сделаю. Давайте я буду рисовать разным цветом устойчивые и неустойчивые особые точки. Значит, вот смотрите, когда эпсилон меньше нуля, у меня особая точка будет устойчивой или неустойчивой? Которая в центре, да? Ну да, которая в нуле. У меня есть она всегда в нуле. Неустойчиво, да. Значит, это будет какая-то вот такая картинка. И динамика устроена вот так. Значит, здесь она от особой точки, а тут она тоже от особой точки. Значит, давайте я буду это рисовать, допустим, красным. А когда эпсилон становится, наоборот, больше нуля, значит, у нас как раз вот такая вот картинка возникает. И здесь особая точка становится устойчивой. Видно? Сейчас там не будет таких значений эпсилона больше нуля, но при этом не очень больших, когда она будет полуустойчивой. Нет, не будет. Потому что у вас всегда, у вас, как бы при эпсилон положительных, у вас всегда картинка вот такая. У вас есть три особые точки.
И динамика между вот этой и этой двигается вправо, а динамика между вот этой и этой двигается влево. Вот. Поэтому здесь эта особая точка становится положительной. А вот те две особые точки, которые при этом рождаются, они становятся неустойчивыми. Получается вот такая картинка. Вот. И вот, собственно говоря, этот самый трезубец тут и виден. Значит, вот то, что я здесь нарисовал, это особые точки. Сейчас еще такой вопрос, а почему у нас считается, что это принципиально нечто новое по сравнению с этим уровнем относительной свободы с точки зрения качественных изменений? Казалось бы, что там появляются еще готовые точки, что там на фазон. Но в одномерной динамике ничего, кроме появления исчезновения особых точек, ожидать не приходится. Но тем не менее, сценарий здесь другой. Значит, вот здесь вот сценарий был такой, что у меня, ну, собственно говоря, если я нарисую тут тоже такую диаграммку, вот здесь вот, да, то она будет выглядеть вот так. Значит, у нас есть квадрат плюс эпсилон. Сейчас, значит, у нас здесь есть снизу устойчиво. Вот такая вот будет диаграмма. Значит, если описывать словами, то эта история такая. Жили-были две особые точки, одна устойчивая, другая неустойчивая. Приблизились, слились в одну полуустойчивую, потом исчезли. Если описывать вот эту вот историю словами, то тут совсем другая ситуация. А именно здесь жила-была неустойчивая особая точка, а потом она в какой-то момент сменила устойчивость. А именно она была неустойчива, а потом стала устойчивой. И при этом вокруг нее появились две устойчивые особые точки. То есть она как бы была устойчива-устойчива, потом она отдала свою устойчивость вот этим вот двум уже появившимся особым точкам, а сама стала неустойчивой. Это, так сказать, качественно это другая история. Ну да, да, все правильно. Значит, она была сейчас, она наоборот, она была неустойчива, потом передала неустойчивость, а сама стала устойчивой. Да, да, да. Да. На самом деле, возможно, оба сценария. Могло бы быть так, а могло бы быть вот так. В зависимости от того, что я тут поставил. Я смог поставить минус. Ну да, ну то есть, значит, здесь просто устойчивые точки пропали. Тут у нас устойчивые точки, тут как бы в любом случае одна устойчивая точка осталась, да, если мы смотрим на эту картинку справа налево. Действительно, две особые точки пропали, но при этом они не просто пропали в никуда, а они как бы передали свою устойчивость вот этой особой точке. Можно про это так думать. Ну, другой сценарий. Вот. Ну, хорошо. Значит, это то, что, в принципе, может происходить в размерности 1. И давайте мы сейчас сделаем перерыв, а потом после перерыва обсудим и прорисуем картинки, что может происходить уже в размерности 2. Сейчас, в размерности 1, когда у нас высокая точка, например, разделяется на 2, если она была устойчивой, то из новых одна всегда устойчивая, другая полуустойчивая. Ну, здесь происходит следующее. Здесь она не разделяется на две. Сейчас, про какую бифуркацию вы говорите? Вот про это? Нет, когда одна всего, когда один параметр. А здесь, нет, если один параметр, то здесь может произойти только следующее. Ничего, значит, если смотреть на эту картинку справа налево, то она выглядит так. Ничего не было, потом из ниоткуда взялась полуустойчивая особая точка, когда эпсилон равен нулю. А потом эта особая точка распалась на две, устойчивую и неустойчивую. Устойчивую и неустойчивую, и устойчивую и полуустойчивую? Нет, полуустойчивая точка живет только при одном значении параметра эпсилон, как раз при бифуркационном. В одну в обе стороны расходится, в другую сторону, да, действительно.
Изначально полустойчивость. А, ну да, там же проекция движения бесконечности, конец точно. Угу, да. Ну хорошо, давайте сделаем перерыв. Давайте. Вот первая задача. Угу. Вот, допустим, я беру какие-то коэффициенты нашей модели. Угу. Я их делаю, получаю какую-то матрицу линеаризации, рисую картинку, а потом я пересматривал семинар, смотрел, что делали вы, потому что меня там, к сожалению, не было. Угу. И вы брали собственные значения и подставляли их на диагональ матрицы. Правильно, чтобы получить, да, исходно. А что делать, если собственные значения получаются? Сейчас, секунду. Во-первых, сейчас что-то не верится мне вот в такие собственные значения, потому что матрица линеаризация, там должна быть линеаризация, она должна, у нее должны быть чисто мнимые собственные значения, потому что там особая точка типа центр. Если бы там была бы особая точка вот такого типа, то там реально были бы спирали. Но поскольку там все интегрируемо, там у нее есть первый интеграл, то, ну, когда мы рисовали тогда фазовые кривые, мы обнаружили, что они замкнуты. А, окей, такое тоже видел. Это если подставить все коэффициенты 1, тогда да, числа мнимые. Я видел картинку. И вот такие вот эллипсы. Да. Вот, но я пропробовал и так, и с эллипсами. У меня все равно для исходного не получается построить, то есть без линеаризации. Какая там задачка? Вот, на одной картинке фазовый портрет. А, с линеаризацией без линеаризации. У меня не получается. Да, смотрите, значит, сейчас, для того, чтобы построить фазовый портрет линеаризации с помощью компьютера, вам не нужны никакие собственные значения. Вам нужна просто матрица линеаризации. Да, да. Я построю так, чтобы были эллипсы. Я знаю, как это делать. Вот. Если вы хотите заодно и посмотреть, как это делается ручками, то вы можете перейти к базису, в котором ваша система имеет вид, матрица линеаризации превращается в матрицу альфа-омега минус омега-альфа. Для этого вам нужно перейти к базису такому. Вы берете собственный вектор, берете от него вещественную часть и берете мнимую часть. Это два вещественных вектора. Вот если вы перейдете в базис, образованный этими двумя векторами, то вы получите, что у вас матрица выглядит как альфа-омега минус омега-альфа, а у нее известное решение. У нее решение – это матрица поворота на угол омега-т умножить на е в степени альфа. Ну, там, на е в степени альфа-т. Так, хорошо. Лучше мне это будет пересчитать, но понял. Короче, комплексные числа вам тут... От комплексных чисел нужно избавляться тем, чтобы берете там вещественную мнимую часть. Но я, честно говоря, пока не совсем понимаю, что именно вы хотите... Вот, для чего именно вы сейчас взяли эти собственные значения? Что вы хотели нарисовать? А, я пересмотрел семинар сейчас, вот, и мне показалось то, что исходно вы строили так. Ну, то есть вот была какая-то, и потом выбрали собственные значения, подставляли их, и, насколько я понял, вот это исходно. Да. Это как бы, это мы строили их в диагнозирующем базисе. То есть мы показывали, что можно, что вот у нас есть некоторая исходная система, у которой там это седло, допустим, какое-нибудь вот такое кривое, да, а если мы перейдем к диагнозирующему базису, то есть вот эти вот направления, возьмем как просто байсное направление, то мы получим вот такую стандартную картинку. А, все, вот. Понял. Но, в принципе, в этом задании этого не требовалось. Вот. А именно в ситуации, когда у вас особая точка не седло и не узел, а чего-нибудь типа фокуса или центра, то там в диагонализирующий байс перейти нельзя, но можно перейти... Как бы, если хочешь нарисовать картинку в некотором стандартном байсе, то можно перейти вот как раз в байс, про который я говорил. Вот. Хорошо. Спасибо. А можно тогда такой вопрос по третьему ДЗ? Давайте. Вот, там третий номер. Сейчас, вот последняя часть задания, нужно идти фазовую кривую, которая стремится к положению равновесия при стремящейся бесконечности. Да. Вот. Если я не ошибаюсь, у меня вообще получилось то, что там вот точка равновесия – это седло.
Да, правильно, так и должно. Вот. Но что-то картинка там, во-первых, картинка немножко странная, она меня супер смущает, там как будто бы... Давайте я вам в ТГ просто скину, может, я не прав. Так, сейчас, секундочку. Я, если честно, не строил эту картинку, я знаю, что там нужно быть седло. Но... Вот, вот такая штука получается. Ну, возможно, и, да. Может быть, что-то так. Как-то вообще не очевидно, а где там, собственно, фазовая кривая, которая ну, к точке равновесия стремится. И я вот не очень понял, что вы тут имели в виду под тем, то, что можно отрезок пополам делить. И... Ну, смотрите, во-первых, вы можете выбрать все-таки масштаб этой картинки так, чтобы седло было больше похоже на седло, растянуть там горизонтальную ось как-нибудь или что-нибудь еще сделать. Ну, вот есть еще вот такая, смотрите. Ну, тут тоже как-то... Не очень. Вот. Ну, вообще чудесная картинка. А дальше, действительно, вот на этой картинке не совсем видно, как, значит, что есть сепаратрисы, но она есть, потому что, видите, здесь есть кривые, которые в конечном итоге уходят вправо, а есть кривые, которые уходят вверх. Вот. Про право, это скорее вот они около нуля уже имеют, вы имеете в виду вправо начинают ну, уходить? Ну да, но вот те, которые начинают убывать с какого-то момента. Угу. Вот, вот у вас есть кривая, которая идет сначала вверх, а потом вниз. Ну параболы, параболические такие имеете в виду? Ну, то, скорее даже, ну там... Скорее, гиперболически они будут вблизи. Ну, да, я понял. Которые краски в оранжевой ветке там касаются. Да. Они пересекают эту оранжевую штуку. Да. А есть кривые, которые, наоборот, уходят вверх. Да. Вот между ними что-то должно быть. Да, все-таки что-то должно быть. Вот. И вот это вот чего-то можно поймать просто биссекцией. То есть вам нужно написать алгоритм, который будет определять, что случилось с вашей кривой. Она ушла вправо или ушла вверх. И дальше просто без секции смотреть, куда она там ушла. Ага, понял. Все, окей, тогда что-нибудь придумаем. Спасибо. Угу, да. Так, у вас был вопрос? Даже по третьей. Да. Вот я только что на так уже смотрел. Смотрите. Значит, видите, у вас есть вот такая кривая, да? А есть вот такая вот кривая. И между ними должна быть какая-то... Да. Вот. Между ними должна быть какая-то кривая, которая будет идти точно в точку, точно в положение равновесия.
Вот вторая задача про осциллятор с трением. Она же независима от задачи из второго ДЗ про осциллятор. То есть я вот не сделал осциллятор из второго ДЗ. Я уже не помню, что там было про осциллятор. Ну, там мы... У нас был... Там был спутник. Там был спутник. Да, это вообще другая задача. Вообще другая. Вообще другая. Да. Нет, зависимость там есть только... Только, ну, как бы... Первый. Да, Так. Так, ну что, давайте продолжать. Значит, я, собственно говоря, хотел показать вторую штуку, но вот то, что происходит в размерности 1, это более-менее просто. Это, в общем, какая-то история из одномерного анализа про то, что как там, у функции бывают какие-то корни. А то, что я хотел показать, это история, которая происходит уже в размерности в фазовых пространствах в размерности 2. И это знаменитая бифуркация нейронного Хопфа. Значит, она тоже встречается в типичных однопараметрических семействах, но я сейчас напишу некоторое конкретное семейство, в котором можно будет за этой бифуркацией проследить, а потом мы возьмем какую-нибудь реальную модельку и посмотрим, как там тоже все происходит уже с помощью компьютера. Но давайте посмотрим на такую систему. Значит, у меня x-точка, y-точка, это такая вещь. Допустим, что-нибудь такое. Здесь будет, ну хорошо, пусть, окей, пусть вот так. Минус c на x, y на x квадрат плюс y квадрат. Ну, формально, да, тут написано два параметра, но давай считать, что вот я c буду прям фиксировать, а зависимость смотреть только от эпсилона. Вместо c могло быть написано единица или минус единица. А как, простите, называется Андронова Хопфа? Андронова Хопфа, да. Ага. Андронов – это, значит, математик, который работал в Нижнем Новгороде, в Горьком, создал там школу по нелинейной динамике, по нелинейным колебаниям. И, видимо, один из первых, кто изучил эту бифуркацию. В англоязычной литературе она часто называется просто Хопф bifurcation. На Википедии, кажется, сейчас все-таки Андронова Хопфа. Вот. Значит, давайте посмотрим на вот такую систему. Если бы вот у меня вот этого вот C не было, вот этого вот кусочка не было, то это была просто линейная система. И мы знаем, как устроена ее динамика. Давайте напомните. Значит, если C равняется нулю, у нас линейная система. Ну и вот, допустим, я буду рисовать три картинки для эпсилон больше нуля, для эпсилон равняется нулю, для эпсилон меньше нуля. Как устроены фазовые портреты. Да. Ой, простите, я неправильно нарисовал матрицу, наоборот, нужно сделать. Значит, вот здесь у меня должно быть эпсилон, а здесь должно быть 1 минус 1. Вот так должно быть. Вот. Значит, как устроена фазовый портрет в зависимости от значения эпсилона?
Ну, давайте, если эпсилон равняется нулю, что мы получаем? А этот, у нас мнимые, получается, собственные значения, если я не ошибаюсь. А, сейчас, да. Угу. И получается, ну, либо спиралька, либо этот, но, по-моему, там именно круги, что должны быть, центр, по-моему, называется. Угу. Да, значит, при эпсилон равном нулю получается центр, потому что при эпсилон равном нулю это у нас на самом деле уравнение осциллятора. То есть, если эпсилон равняется нулю и c равняется нулю, то у нас просто уравнение такого вида x точка равняется. Ну, хорошо, давайте так. Значит, это просто 0, 1, минус 1, 0 на x, y. Да, это, в общем, уравнение осциллятора. X точка равняется y, y точка равняется минус x. А, поэтому при нулевом эпсилоне у нас вот такие вот штуки. Да, при эпсилоне отрицательных у нас что получается? Какие фазовые кривые? По-моему, там опять же мнимые получаются. Собственное значение. Но не комплексные. Ну, не чисто мнимые. Значит, если мы... Ну, да, комплексные в плане. Да-да-да. Если мы нарисуем вот такую вот штуку, да, равняется нулю, значит, что получается? Эпсилон минус лямбда в квадрате плюс 1 равняется нулю, то есть эпсилон минус лямбда равняется плюс-минус и, то есть лямбда равняется эпсилон плюс-минус и. Да? Значит, что можно сказать про фазовые кривые вот здесь, в случае эпсилон меньше нуля? А спиралька, по-моему, которая к центру идет, да, если меньше. Да, тут спиралька к центру идет, а тут наоборот от центра. То есть это какие-то такие фазовые кривые. Так, ничего не видно, потому что она не нарисовалась. Вот. Вот, ну хорошо, это была линейная система. Мы смотрим, как она меняется, но интересно нам не... система при c равном нулю, интересно, что происходит, когда c какое-то не нулевое. В этом случае система становится нелинейной, добавляется вот это вот слагаемое. И так просто ее не решишь, потому что уже просто линейная теория перестает работать. Если мы смотрим только на какую-то окрестность начала координат, то кажется, что картинка должна выглядеть вот примерно так же. Потому что мы обсуждали, что вблизи особой точки линеаризация определяет динамику более или менее. Вот. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, то здесь происходит некоторое более хитрое явление. А именно, давайте сделаем вот что. Чтобы построить фазовые портреты, мне надо будет перейти в полярные координаты вот в этом уравнении. Ну и давайте я даже перейду не совсем в полярные координаты. Давайте я сделаю такую штуку. Пусть у меня есть... я введу такую координату ρ, которая есть просто x квадрат плюс y квадрат, квадрат радиуса. Ну и θ это будет обычный полярный угол. Вот, давайте посмотрим. Ну, на самом деле, я не хочу списать уравнение на θ. Можно записать θ в виде арктангенса и честно все это сделать, но на самом деле здесь все вращение, оно задается вот этой вот частью. И эта часть не зависит от параметров. Поэтому на самом деле вращение всегда будет происходить с одной и той же скоростью. У вас на θ всегда будет уравнение θ с точкой равняется там, то ли единице, то ли минус единице. Вот. Меня интересует, что происходит с радиусом. Происходит приближение к началу координат или удаление. Чтобы это понять, давайте я напишу уравнение на радиус, точнее на квадрат радиуса. Значит, для этого давайте я перепишу мою систему. Значит, x точка равняется epsilon x плюс y минус cx x квадрат плюс y квадрат.
Y точка равняется минус x плюс эпсилон y минус c y. X квадрат плюс y квадрат. И теперь у меня есть ρ. Я хочу найти ρ с точкой. Я хочу понять, как меняется полярный угол. Ну, не полярный угол, а квадрат радиуса. Ну, или что то же самое, я хочу найти как бы вот такую вот штуку. Производную вдоль вот этого векторного поля от вот такой функции. Ну, собственно говоря, что нужно сделать? Нужно просто взять, продифференцировать ρ по каждой из своих, по каждой из переменных и умножить на соответствующую штуку. Ну вот давайте сделайте это и посмотрите, что получится. Да, может просто подставить, посмотреть, что получается. Сейчас предлагается найти производную y вдоль поля V. Поле V это что? Ну, вот правая часть моей системы. Ну, собственно говоря, просто нужно, ну как, мы дифференцируем ρ по каждой из переменных и умножаем на производную этой переменной. То есть на правую часть нового векторного поля. На следующую компоненту векторного поля. Да просто надо взять и подставить x точка, y точка. Там включается. Угу. Да. Да, тут много всего сокращается. Нет, много всего остается. Много всего остается. Сокращается только 2. Ну, смотрите, еще идея в том, что я хочу по возможности записать уравнение на ρ в терминах ρ. То есть как бы я хочу в итоге, ну вот как у меня была изначально система от x и y. Я хочу перейти в полярные координаты и получить систему, в которой слева будет ρ и θ, и справа будет ρ и θ. А, там квадрат еще может быть. Там будет что-то. 2 эпсилон ρ минус 2 ρ. 2 эпсилон ρ. Да, 2 c ρ квадрат. Минус 2 c ρ квадрат. Да, по-моему, похоже на правду. Значит, можно вынести 2 ρ за скобку, останется. Эпсилон минус c ρ. Вот. Чудесным образом у нас уравнение на ρ не зависит от ρ. А, то есть не зависит от θ, а зависит только от ρ. А почему? Ну, вот это равенство, это просто как бы мы взяли, подставили и получили.
Ну, давайте я распишу. Значит, что здесь получается? 2x на x точка – это эпсилон x плюс y минус c x, x квадрат плюс y квадрат, плюс 2y минус x плюс эпсилон y минус c y x квадрат плюс y квадрат. Значит, что получается? Получается 2 эпсилон x квадрат плюс 2xy минус cx квадрат x квадрат плюс y квадрат плюс минус 2xy 2 эпсилон y квадрат минус cy квадрат x квадрат плюс y квадрат. Да, сокращается только вот это 2xy, но нам на самом деле большего и не надо. Откуда у нас взял c квадрат? Где? Там, где c квадрат. Ну, вот он x, и вот он еще один x. Значит, 2 эпсилон x квадрат плюс y квадрат. Это вот эти товарищи. Минус c x квадрат плюс y квадрат в квадрате. Это вот эти товарищи. C тоже должен быть с двойкой. С двойкой, да. Где двойку потерял? Ну, там, где c... Ну, вот, все, вернул. А, да. Вернул двойку. Вот, да, вот это все правильно. 2 эпсилон ро минус 2 c ро квадрат. Вот. Ну и на самом деле упражнение, можно сказать, что тета – это и есть арктангенс y, деленное на x. Дальше написать уравнение на тету. Это будет что такое? Какая производная арктангенса? Единица на единицу плюс x квадрат, да, то есть это будет единица разделить на единица плюс производная числителя на знаменатель, вычесть производная знаменателя на числитель разделить. Я не так пишу. Это будет вот такая штука. Здесь он должен быть. Производная числительная. Или что то же самое вот так. Вот такая штука получается. Ну и на самом деле, если теперь сюда все подставить, то выяснится, что t с точкой равняется. Вот. То есть получается вот такая система. Под этим мы просто крутимся. А по ро у нас вот такая динамика, которую можно изучить отдельно. Ну и давайте посмотрим, что будет происходить, когда у меня меняется эпсилон. Давайте я сейчас зафиксирую какой-нибудь случай, например, c, скажем, c больше нуля. Давайте посмотрим, что будет происходить. Значит, уравнение на ро, ро с точкой равняется 2 ро, эпсилон минус c ро.
Значит, я рисую сейчас картинку для ρ. ρ живет только в положительных числах. Вот я его нарисовал. Значит, я хочу нарисовать динамику по ρ. Соответственно, при эпсилон равном нулю, при эпсилон больше нуля, при эпсилон меньше нуля. Значит, пусть у меня здесь ось ρ. Ну и давайте я, чтобы было проще нарисовать динамику, проще понять, как устроена динамика, давайте нарисую вертикальную ось, и здесь буду рисовать ρ с точкой, правую часть. Ну, давайте посмотрим, если эпсилон меньше нуля, что можно сказать про мое уравнение, как оно устроено? То есть, если эпсилон меньше нуля, c больше нуля. Тогда у нас эта часть отрицательная, у нас производная появится под поверхностью. Да, ну вот можно нарисовать просто график правой части. Смотрите, на самом деле у меня график правой части всегда будет устроен так. Это всегда парабола. Всегда парабола направлена ветвями вниз. Она всегда проходит через ноль. И у нее есть вторая, значит, второй корень, который зависит от эпсилона. И при этом второй корень определяется просто из уравнения ро равняется эпсилон, деленное на c. То есть если c положительное, эпсилон отрицательное, тогда второй корень должен был бы быть отрицательным, но ро отрицательным не бывает. Поэтому на самом деле у меня будет какая-то такая картинка, значит, у меня здесь все отрицательное. Теоретически вот он должен быть где-то вот здесь, второй корень. Но вся эта часть не имеет никакого физического смысла. И динамика будет устроена просто вот так. То есть просто устойчивая особая точка. Сейчас вопрос берем производную его точно? Да. У нас же его уменьшается. Мы вертикально его рисовали. Я просто не фиксирую. Ну, вот вижу, она снизу. Вот. Вот. Значит, а что происходит, когда эпсилон равняется нулю? Да, у нас здесь два нуля совпадают, возникает вот такая вот парабола. И по-прежнему вся динамика просто вот такая. А что происходит при эпсилоне больше нуля? Это самый интересный для нас случай. Возникает еще одна неподвижная точка. Значит, возникает какая-то вот такая вот ситуация. И динамика теперь устроена так. Вот здесь вот мы возрастаем, а здесь убываем. Вот. Значит, это была динамика по ρ. Теперь давайте посмотрим, как устроены соответствующие фазовые портреты. Значит, если я вернусь исходно в координаты x, y, я знаю, что у меня по полярному углу динамика все время одинаковая, а мы просто крутимся. А как устроены картинки фазового портрета для этих трех случаев? Ну, для первых двух кажется, что просто спиралькой в центр идем. Угу. А для третьего, ну, мы сначала, получается... Мы сначала разматываемся, а потом начинаем сматываться. Чем будет фокус, это особая окружность. Угу. Ну, смотрите, во-первых, нужно понять, к чему соответствует вот это вот само положение равновесия по тете. Как бы, чему оно соответствует на фазовом портрете? Да, это просто окружность. Это окружность, которая является сама отдельной траекторией.
Вот. И теперь, значит, как устроена траектория? Вот это окружность, это просто замкнутая траектория. Она здесь по циклу гуляет. И теперь у нас есть, если я стартовал откуда-то отсюда, снаружи, от этой окружности, то дальше у меня радиус должен приближаться к радиусу этой окружности. И получается вот такая вот штука. Возникают траектории, которые наматываются на эту окружность. Если я стартовал наоборот изнутри, вот здесь вблизи особой точки, то они тоже наматываются, но только изнутри. Давайте я эту окружность выделю. Значит, вот эта окружность называется предельным циклом. Цикл, потому что замкнутый, потому что ей соответствует периодическая какая-то траектория. А то, что он предельный, это соответствует тому, что у вас траектория на него наматывается, в данном случае в прямом времени. Вот. То есть это как бы, ну вот до сих пор у нас был, в общем, только один тип предельной динамики. Это положение равновесия. Мы знали, что бывает такое, что вот вы стартуете откуда-то, у вас траектория как-то идет, но она теоретически может куда-то вообще уйти за пределы там разумно определенного фазового пространства. Ну а если она этого не делает, то, в общем, единственное, чего мы видели до сих пор, это когда траектория, ну либо она просто, либо просто изначально эта траектория была циклическая, как в случае с осциллятором без трения или лодкой Вольтерра. Но вот всякие такие случаи, ну, там, на самом деле осцилляторов без трения не бывает. Поэтому на самом деле любой осциллятор, вот если он просто будет колебаться, он в конечном итоге просто будет стремиться к особой точке. Вот. А здесь у нас возникает некий новый тип предельного поведения, а именно вот такие вот колебания, которые как бы у вас не все траектории периодические, а именно у вас есть одна периодическая траектория, и другие траектории, ну там почти все в данном случае, все, кроме вот этой особой точки, они все к ней сходятся. То есть с чисто физической точки зрения вот эта система на самом деле в какой-то мере удивительная, потому что, ну, представьте себе, что вы стартуете более-менее откуда угодно, вот у вас изначальное состояние системы, какое угодно, но с течением времени система начинает колебаться, причем то, как именно она начинает колебаться, вообще не зависит от того, откуда вы стартовали. Потому что вы все время будете стремиться к одному и тому же предельному циклу, и ваши колебания будут устроены в соответствии с тем, как этот предельный цикл ведет себя. Период колебаний, размах колебаний и так далее. Вот. Значит, соответственно, вот эта бифуркация, говорят, что это бифуркация рождения предельного цикла. У нас здесь не было предельного цикла, но была устойчивая особая точка. Где-то вот здесь. Эпсилон равно нулю? Ну, при эпсилон меньше нуля, бифуркация происходит при эпсилон равно нулю. Значит, вот это, как говорят, бифуркационное значение параметра. Вот. Еще одно замечание здесь, что само по себе наличие этой бифуркации показывает, что только анализ линейного приближения недостаточен. Если бы я вам просто рассказал, что нелинейные точки ведут себя примерно так же, как линейные, и показал бы вот эту вот картинку, вы могли бы подумать, что, наверное, нелинейная система ведет себя примерно так же, по крайней мере, в окрестности особой точки. Но оказывается, что она ведет себя качественно по-другому. Несмотря на то, что при каждом конкретном значении эпсилона вы можете найти такую окрестность особой точки, что динамика в этой окрестности будет соответствовать линейной динамике, тем не менее, если вы смотрите только на линейную динамику, вы совершенно упустите вот этот предельный цикл, который в линейной системе не может возникнуть, просто в силу линейности. А появление этого предельного цикла – это как бы существенно нелинейное явление.
явление, которое возникает из-за того, что наше уравнение не линейное. Вот. Ну, вот такой вот сценарий. Значит, это был сценарий при c положительном. Давайте посмотрим, как выглядит сценарий при c отрицательном. Он очень похож, хотя и некоторые отличия между ними тоже есть. Значит, если c отрицательное, чем будут отличаться эти картинки? Значит, давайте я снова нарисую. Да, во-первых, парабола в другую сторону смотрит. И там эти спирали будут вызывающие. Значит, давайте смотреть. Если я, наоборот, стартую сейчас вот справа, допустим, при эпсилон положительных, что у меня здесь происходит? Опять же, у меня теперь правая часть должна быть вот такой. Поскольку эпсилон положительный, поскольку c отрицательный, а эпсилон положительный, то вторая особая точка будет при отрицательных ρ. И динамика теперь устроена вот так. Значит, тут вот так, тут вот так. И, наконец, тут. Наоборот. Значит, вот такие картинки для ρ. И давайте посмотрим, как выглядят картинки на фазовом портрете. Значит, вот здесь у нас нет никакого предельного цикла, все разбегается из нуля. Тут тоже разбегается. А вот здесь появляется предельный цикл. Значит, вот теперь смотрите, а как ведут себя траектории относительно этого предельного цикла? Вот другая траектория. Выбрал я какое-то стартовое начальное условие, что с ним будет происходить? Да, вот она будет, на самом деле, если она снаружи, то она будет, наоборот, убегать от предельного цикла. А если она внутри, то она будет тоже убегать от предельного цикла и стремиться к особой точке. Вот. То есть это немножко другой сценарий бифуркации. Значит, в обоих сценариях происходит одно и то же. С точки зрения вот этой особой точки, значит, происходит одно и то же. А именно она теряет свою устойчивость. Значит, вот здесь вот при отрицательных эпсилонах у нас особая точка была устойчивой, да, к ней все стремилось. Но уже при эпсилон равном нулю она становится неустойчивой. Траектории от нее убегают. И при эпсилон положительном тоже. Значит, надо сказать, что в обоих случаях устойчивость особой точки теряется. И в этой картинке, и в этой картинке. Если эпсилон меняется, допустим, с отрицательного на положительный, да, у нас здесь особая точка была устойчивая, а потом она стала как бы менее устойчивой, она стала, закручивание стало медленнее, ну и потом она потеряла устойчивость, и вместо нее образовался устойчивый предельный цикл. А здесь произошла немножко другая история. Особая точка была устойчивая, но вокруг нее возник неустойчивый предельный цикл, и дальше по мере того, как эпсилон уменьшался от отрицательных значений до нулевых, этот предельный цикл становился все меньше, 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 и в конце концов он схлопнулся в эту точку, и точка как бы передала этой точке свою неустойчивость. Точка была устойчива, а стала неустойчива.
Вот. Какой-то из этих сценариев называется субкритической бифуркацией, а какой-то суперкритической, но я не могу запомнить, какой из них какой. Вот. Значит, вот такие вот такие сценарии бифуркации бывают. И в некотором смысле это вот эти две бифуркации, которые я сейчас описал, это единственное, что может происходить в дифференциальных уравнениях на плоскости, ну так, в типичных однопараметрических семействах. То есть если у вас только один параметр, то, в общем, ничего более сложного вы тут и не пронаблюдаете. Вот. Сейчас. Угу. А вот такого, чтобы у нас было полуустойчивый предельный цикл. Такое теоретически бывает. Можно придумать систему, в которой есть полуустойчивый предельный цикл, но это как бы дополнительные условия. Там вот если у вас есть только один параметр, если вы смотрите на какую-то систему на плоскости, у вас есть однопараметрическое семейство, то там никаких полуустойчивых предельных циклов в типичном случае не возникнет. Но при этом, если мы хотим, чтобы путей было вращение в одну сторону, в другую, то это уже будет не предельный цикл, а предельный устойчивый неподвижный. Вот такая картинка – это предельный цикл. Вот такая картинка, когда у вас просто центр, например, это не предельные циклы, потому что они как бы к ним ничего не стремится. Но, в принципе, можно себе представить вот такую вот штуку. Значит, когда у вас есть, допустим, цикл, к которому все снаружи наматывается, а изнутри, наоборот, все сматывается. Просто к тому, что если это из одной галактики будет полчасовая, другая полчасовая, то на самом цикле движение вообще должно быть. Я понял. Да, нет, такого не может быть. Это должен быть да, не цикл, а просто кривая, на которой... Да. Движение по, движение по циклу всегда происходит в какую-то конкретную сторону, и траектории, которые стремятся к нему, соответственно, должны этому подчиняться. Другое дело, что бывает вот такое. Можно представить себе вот такую систему, в которой есть два предельных цикла, один внутри другого. И может такое быть, что у вас траектории будут вести себя так. Они будут вот так вот сматываться с одного предельного цикла и вот так вот наматываться на другой. Вот такое бывает. Может, такая штука может быть. Вот. Ну, хорошо, давайте попробуем чего-нибудь представить каких-нибудь картинок. Значит, есть ли вопросы про вот этот сюжет? Значит, конкретно эта система была специальным образом так выписана, чтобы можно было найти явно траектории и понять, как там все будет происходить. Понятно, что в типичном случае система будет устроена как-то не настолько хорошо, не настолько явно, но оказывается, что в типичном случае тоже происходит ровно такая же бифуркация. Теоретически можно даже, если у вас есть какая-то система, теоретически в ней можно ввести такую подходящую систему координат, в которой бифуркация нейронного хопа будет выглядеть вот так, как здесь написано. Вот, но мы этого делать не будем, а мы вместо этого давайте попробуем все-таки порисовать каких-нибудь картиночек. Так, значит, давайте я эту штуку застоплю и вместо этого включу. Так, что мне нужно? Так, давайте попробуем реализовать конкретно эту систему. Просто посмотрим на картиночке, которую мы сейчас нарисовали,
ручкой, посмотрим, как они выглядят. Так, значит, здесь мне нужно сделать трансляцию. Так, значит, чего у нас тут написано? Давайте я... А и при этом в каком-нибудь трехмерном фазовом пространстве может быть также фазовая сфера, например? В трехмерном пространстве много чего может быть. А фазовая сфера маловероятна, потому что непонятно, что это такое. Из таких простых штук там бывают инвариантные торы. А из более сложных штук... Ну вот откуда берется инвариантный тор? Представьте себе, что у вас есть две... Как бы вот у вас изначально есть две плоскости. Представьте себе, что у вас четырехмерное пространство. И у вас по координатам x1, x2 есть предельный цикл, и по координатам x3, x4 есть тоже предельный цикл. А тогда, если вы теперь рассмотрите как бы декартово произведение, то там возникнет вращение по двум... Ну как бы в проекции на... одну плоскость возникает одна окружность, в проекции на другую плоскость возникает другая окружность. Это означает, что в целом в фазовом пространстве у вас возникает какой-то тор, произведение двух окружностей. Вот. Но вообще динамика в трехмерном пространстве гораздо сложнее, мы про это еще поговорим. Там возникают... Как бы вот пока что мы знаем два типа аттракторов, два типа предельного поведения динамики. Это особые точки и предельные циклы. В трехмерном пространстве возможна штука, которая называется странными аттракторами, и мы посмотрим, как они устроены. Сложнее, чем все, что можно себе представить. Ну вот сферу, да, непонятно, как ее обходить. Там, а там... может, полюс, он другой полюс спиралью или нет? Ну вы же хотите там, вы же хотите, чтобы вся сфера была предельной. Если вы будете обходить ее с полюса на другой полюс, то как вы назад вернетесь? Почему у вас тогда предельным, так сказать, предельным положением не будет тот полюс, к которому вы стремитесь в конечном итоге? А, да, наверное, он не будет. Угу. Но я вам буду вопрос, да, то есть он будет. А там не может за то, чтобы не стремиться, пока полюс не стоит полностью? Ну, если оно стремится к полюсу, то она как бы будет совершать витки все ближе и ближе к нему. Нет, ну, как бы теоретически есть, сейчас, я не помню, есть слоение Хопфа, которое, кажется, расслаивает сферу на окружности нетривиальным образом, но я, кстати, не знаю, может ли такое, можно ли, нет, я думаю, что слоение Хопфа вряд ли может быть. Сейчас она вообще расслаивается или нет? Или она расслаивает трехмерную сферу? А, слоение Хопфа расслаивает трехмерную сферу на одномерной окружности, а расслоить двумерную сферу на окружности, кажется, нельзя. Ну, короче говоря, непонятно. А про сферу, кажется, такого, я такого не видел. Да, наверное, давайте попробуем. Значит, я просто напишу ту систему. Я понимаю, что любая стационарная поверхность, то есть поверхность, состоящая из особых... Нет, ну, и если она просто состоит из особых точек, то да, но тогда это не очень интересно в том смысле, что у каждой конкретной траектории будет... ну, каждая конкретная траектория будет стремиться к какой-то одной особой точке. То есть как бы, у вас будет инвариантная кривая или какое-то еще инвариантное множество. Но ну вот, если у вас есть окружность, состоящая из особых точек, то траектории не будут на нее наматываться. Сейчас, ну нет, в принципе, можно, конечно, сделать так, чтобы они на нее наматывались. Если у вас изначально был предельный цикл, а вы потом умножите это векторное поле, которое на функцию, которая на этом предельном цикле обнуляется, нет, тогда они будут, конечно, наматываться. Но это какой-то ужасно вырожденный случай. Это как бы очень нехарактерно. А, да, я понял, как сфера конечная, поэтому она не может быть.
если произвести бесконечности поезд, то есть любое сбывание сферы бесконечного цилиндра, то может быть, да? По бесконечному цилиндру можно. Можно представить себе предельный цикл в трехмерном пространстве, у которого есть, у которого как бы есть... Ну вот представьте себе, что у вас просто такая же система, как мы сейчас сделали с предельным циклом, только домножьте его еще по координате z, но уравнение z точка равняется z. Тогда у вас будут траектории, которые вот так вот крутятся по этому предельному циклу, но при этом за счет наличия z-координаты они будут вот так вот, например, уходить. У вас возникнет такое, такая как бы цилиндрическая сепаратриса. Такое возможно, да. Ну, в принципе, на самом деле можно, можно этот цилиндр замкнуть в тор. Такое тоже бывает. Так, ну что. А вот онлайн разве обязательно писать? Просто она вроде как и без него всегда работала. Работает? Ну хорошо, у меня просто как-то не очень. Если у вас работает, то и хорошо. Я не знаю, может быть, это у меня старые привычки, может, в новом Юпитере можно написать. Так, давайте посмотрим. Так, значит, я хочу нарисовать фазовый портрет. Для разных значений эпсилонов. Значит, с чем мы там начинали? У нас был... У нас был c... Все положительно. Работает. Так, значит, это у меня отрицательный эпсилон. Вот нулевой эпсилон. Здесь почти траектории почти замыкаются, но на самом деле нет. И можно взять какой-нибудь положительный эпсилон, посмотреть, как там будет предельный цикл возникать. Ну, хорошо, тут не очень хорошо видно. Ну, вот эта штука не рисует конкретный предельный цикл. Чтобы его нарисовать, наверное, проще всего... просто явно нарисовать на той же картинке одну длинную траекторию. Но здесь примерно можно сообразить, что вот видите, у меня сейчас отсюда из нуля явно какие-то траектории выходят. А с другой стороны, вот здесь вот траектория явно на что-то наматывается. Значит, что-то должно быть между ними. Ну, давайте возьмем... Значит, чего я хочу? Я хочу нарисовать траекторию. Давайте сразу скажу, что такую штуку. Так, вот int я и забыл импортировать. Так,
А, значит, эта штука умеет вот что делать. Значит, odint позволяет передать нашей функции дополнительные параметры. Сейчас, только единственное, что сейчас у нас этот Андронов хоп сделать вот так. И тогда здесь нужно... Что нужно сказать? Нужно как-то правильно конкатенировать x и y. Кто умеет конкатенировать нумпаевские штуки? Ну, np, конкатенаты и аксис, к которому. Наверняка. Ну, потому что я хочу, чтобы вот эту вот штуку можно было бы запускать с odint. Она должна на вход получать как бы один объект. А, я знаю, можно просто сделать вот так. Можно просто сделать вот так. Так, ага. Тут. Да не, нормально. Так, еще только нужно время добавить. Видимо, нужно сделать вот так. Так, и теперь нужно... В odint, кажется, не добавили. Да, я выше просто не дописал в odint. А, значит, аргументы. Да, во-первых, мне нужно t. Допустим. И мне нужно... Хорошо, допустим, здесь пусть будет epsilon c03. Здесь пусть будет тоже epsilon c. Работает, значит, не работает вот эта штука. Так, здесь функция, я постоянно забываю. А, она хочет вот так, я понял. Тогда сюда нужно поставить этот дурацкий ноль. О. Так, и теперь нужно подольше сделать. Побольше. Смотрите, какая красота. Ну, вот он наш предельный цикл. Давайте все-таки я сделаю квадратную. Ну да, ну конечно, это не сам предельный цикл, но поскольку мы довольно долго покрутились, то есть, в общем, тут видно, что мы очень быстро к этому предельному циклу приближаемся. Вот тут вот уже толком не отличишь. Так, как это делается? Сравнивается. Интересно, почему он не круглый? Должен быть круглым. Или не должен быть? Не, ну, мне казалось, что здесь все должно быть симметрично. Не знаю, почему он мне не круглым рисуется. Может быть, надо сделать так. Загадочно.
Ну ладно. Вот, у меня теперь можно поменять эпсилон, посмотреть, что будет происходить. Допустим, если я эпсилон уменьшаю, у меня этот предельный цикл становится меньше, меньше. Да, вот здесь видно, что он уже практически сжимается в точку. Сейчас предельные циклы, они понятно, что математики встречаются в природе. Ну да, собственно говоря, любые устойчивые колебания – это в конечном итоге предельные циклы. Потому что, ну вот, допустим, скажем, все штуки, которые основаны, ну там, начиная с радиоприемника, вот что такое радиоприемник? Там у него внутри есть некоторый колебательный контур. Вот для того, чтобы он работал, этот самый колебательный контур должен колебаться с определенной частотой. И он как раз колеблется с постоянной частотой ровно благодаря тому, что там в системе возникает предельный цикл. Часы с маятниками тоже пример предельного цикла, да. И на самом деле механизм возникновения предельного цикла, он в часах с маятником примерно такой же. То есть как бы, ну там он не совсем такой же. Я, кстати, думал в какой-то момент дать домашку, типа смоделировать часы с маятником, потому что это довольно забавно. Вот как работают обычные маятниковые часы. Там есть гирьки, которые, с одной стороны, они должны тянуть нашу систему в одну сторону. И есть, ну, как бы, есть этот самый маятник, который, по идее, колеблется. Но вот если бы гирьки все время тянули его в одну и ту же сторону, то у нас бы никакого устойчивого колебания там не было. Потому что, ну, что бы это означало? Если бы мы фиксированную силу прикладывали вот к этому самому маятнику, ну, система оставалась бы линейной, и там нет никаких предельных циклов. Но конструкция часов устроена так, что ну, там, как бы, там есть такой вот механизм. И, собственно говоря, сейчас я могу показать, наверное. Как это называется? Маятник Уильямса. Ну, хорошо, если просто маятник. Это то, что мы обсуждали. Вот, собственно говоря, вот здесь видно, что, значит, что сам по себе маятник, на него действует, вот, гирьки привязаны вот к этой вот зубчатой штуковине. И видно, что маятник какую-то часть времени качается сам по себе, но в какие-то моменты времени на него начинает действовать сила, которая как раз связана с вот этими самыми гирьками. То есть это не просто, что действует на него постоянно, как было бы в линейной системе, а из-за вот этого вот механизма она действует нелинейно. И из-за этого у вас тоже возникают как бы два разных эффекта. Один эффект – это эффект трения, который приводит к тому, что если бы не было бы никаких гирек, то у вас просто были бы затухающие колебания. А другой эффект – это как раз эффект гирек, которые заставляют… Они, наоборот, добавляют некоторую нелинейность, которая, наоборот, вблизи там, начала координат, она будет его, наоборот, растаскивать эти самые фазовые кривые. То есть, в принципе, можно, наверное, аппроксимировать вот такую вот штуку с помощью... Ну, здесь вообще, видимо, не непрерывная правая часть, потому что, видите, он в какой-то момент просто стукается, и это не моделируется непрерывной зависимостью. Но можно сделать, я думаю, с непрерывной зависимостью какую-то нелинейную систему, которая будет вести себя похожим образом. Угу. Вот. Да, и как раз важно то, что как бы,
предельные циклы важны тем, что какое бы стартовое состояние вы ни выбирали, да, если вы стартовое, допустим, у вас стартовое отклонение маятника будет большим, он сойдется к этому предельному циклу. Если стартовое отклонение будет маленьким, он сойдется к тому же самому предельному циклу. Вот. Ну и сейчас мы какую-нибудь конкретную системку рассмотрим. Значит, ну вот здесь видно, что вроде как все работает. Можно взять отрицательный эпсилон, посмотреть, что там нет никакого предельного цикла. Ну вот тут вот как бы более-менее видно, что он действительно наматывается прямо на особую точку. Предельный цикл исчез. А, я понял, почему у меня такая странная картинка. Потому что я уравнение неправильно написал. О. Вот, теперь круглая. Теперь нормально. У меня здесь была ошибка, я здесь два раза x написал. Но, кстати, забавно, что несмотря на то, что я ошибся, с эффектом ничего не случилось. Вот. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, а как бы мне опознать, в какой момент происходит вот эта бифуркация? Ну, на самом деле она будет происходить так, в типичной нелинейной системе, она будет происходить в том случае, если у вас есть особая точка, которая ну, при каком-то значении параметра она наматывающийся фокус, а при другом наоборот сматывающийся. То есть это означает, что... Ну, поскольку это фокус, то это означает, что у вас собственные значения матрицы линеаризации должны быть комплексными. А раз они комплексные, то это означает, что они должны быть сопряженными. И сам себе момент бифуркации соответствует моменту, когда у них вещественная часть меняется либо с отрицательной на положительную, либо с положительной на отрицательную. Вот. Но, собственно говоря, что происходит здесь, вот в этой вот системе? Да? Если посмотреть здесь на матрицу линеаризации, то у нее собственные значения, ну, как мы, собственно говоря, уже видели, у нее вещественная часть собственного значения – это просто эпсилон. И как раз когда эпсилон проходит через ноль, вещественная часть собственного значения проходит через ноль, и эта бифуркация происходит. В общем случае происходит все то же самое. Как бы, тут всегда возникает вот такой эффект, что у вас есть какая-то нелинейная динамика, которая либо все притягивает к особой точке, либо, наоборот, все отталкивает от особой точки. И в какой-то момент линейная динамика вблизи особой точки начинает ей противоречить. Но в тот момент, когда линейная динамика вблизи особой точки начинает противоречить глобальной нелинейной динамике, возникает предельный цикл. Но... Сейчас я бы сказал, что когда параметры, значение параметра такое, что у нас меняется. Снаружи, да, снаружи, да. Но я говорю про, я говорю как раз наоборот, про окрестности особой точки. Меняется, как бы у вас снаружи влияют нелинейные слагаемые. И они как бы, вот эта вот динамика, она не меняется. А меняется локальная динамика в окрестности особой точки. И она меняется как раз, типа, в какой-то, если она меняется, то она в какой-то момент начинает противоречить неизменной внешней динамике нелинейной. Вот. И как раз в тот момент, когда она начинает ей противоречить, возникает предельный цикл. Так, ну хорошо. Давайте я попробую... написать какую-нибудь системку, где тоже должен возникать предельный цикл. Ну, давайте, наверное, возьмем вот эту штуку.
Значит, давайте посмотрим так называемую модель Селкова. Правильно его называют? Ну ладно. Так, как он мне тут? Значит, модель хороша тем, что она тоже простая, но при этом описывает какой-то реальный процесс. Правда, как бы химию этого реального процесса я открыл вчера статью в Википедии. Значит, это процесс, который называется гликолизом. Я открыл вчера статью в Википедии про эту штуку и понял, что плохо я в школе химию учил. И про гликолиз ничего внятного не расскажу. Вот, но... Система выглядит довольно простой, но при этом не настолько простой и не настолько прям вот характерной для нашей задачи, как предыдущие. Ну, давайте смотреть, что здесь написано. Здесь тоже какая-то линейная часть есть, вот это. И есть вот эта вот нелинейная добавка x квадрат y. Ну, соответственно, дальше можно попробовать посмотреть, как будет меняться фазовый портрет. Давайте я возьму примерно такой же код, как уже был. Значит, мне нужно, допустим, сделать от 0 до 3. Значит, x и y – это какие-то концентрации каких-то веществ, и они там как-то меняются с течением времени. Вообще, это довольно забавно, что в химии оказывается, что тоже возникают предельные циклы. Ну вот я не знаю точно, как этот гликолиз устроен, а есть известная реакция Белоусова-Жаботинского. Это очень как бы довольно забавная штука. Сейчас интересно, можно посмотреть видео? Да. Now let me show you how Tab9 uses artificial intelligence in order to help you to code faster. So... Конечно, спасибо про Tab9. А, вот здесь есть пропустить. Ой, это там где цвет меняется, типа? Значит, меняется цвет. Но по идее она должна начать пульсировать. Ну да, в принципе, вот видно, что, видите, она... Как бы если взять фиксированную точку, то в фиксированной точке идет пульсация. Вот. Ну, понятно, что реакция, которая происходит в пространстве, она не описывается там одним дифференциальным уравнением обыкновенным, она описывается там уравнением частых производных, потому что у вас в большом количестве точек что-то происходит. Вот. Но тем не менее, если вы возьмете одну точку, то там тоже возникает некоторый предельный цикл, и из-за него как раз вот это вот колебательная динамика здесь и возникает. Вот. На этом мы, может, еще посмотрим на эту реакцию поподробнее. Вот. Сейчас давайте вернемся к гликолизу. Так, значит, чего здесь у нас есть? У нас здесь параметры называются А и Б. Должен быть конкретным. Она равняется 0,1, да, равняется 0,1. Так, значит, теперь я хочу сделать вот так. Хочу сделать вот так. Здесь должны быть А и Б. Ага. Давайте посмотрим, что будет, если я буду менять параметр. Сейчас вот интересно, я могу сделать. Ча, нам в стримплоте раз не нужен тоже А и Б указать, а не эпсилон С? Стримплот, да, точно. Угу.
штука называется. Correct. Значит, вот у нас параметры А и Б. Давайте. Анимировать это хотим? Или ну что? Я хочу такой сделать противную штуку. Допустим, Б, скажем, от нуля до единицы. Да. О. Да, вот смотрите, значит, я меняю B. Так, а можно здесь сделать, чтобы шаг был поменьше? А у меня в отдельном окошке он не запускается. Ой. Что случилось с моими цветами? Ну вот, видно, что вот она особая точка. И вот видно, что я ее двигаю, и в какой-то момент там возникает предельный цикл. Вон. А дальше я снова двигаю. Вот он пока что существует, уже такой большой, ярко выраженный. Дальше он, кажется, уменьшается. И все, и он исчезает. Это у нас задержка отображает. Вот. Ну, собственно говоря, можно проверить, что действительно происходит в тот момент, когда собственные значения пересекают вертикальную ось. Ну, собственно говоря, можно посмотреть, где у нас особая точка находится, там найти матрицу линеаризации, посчитать ее собственные значения. И их тоже нарисовать. Я, видимо, сейчас тоже не успею сделать. Вот. Ну вот такая система, по крайней мере. Я не то чтобы претендую на то, чтобы вы поверили, что эта система описывает какой-то реальный процесс, но если вы откроете статью в Википедии, откуда я это списал, например, про Hopification, там есть ссылка на статью, где именно с помощью этой система описывается этот самый непонятный гликолиз. Но, по крайней мере, если про предыдущую систему было видно, что я ее специально так выбрал, чтобы там все посчиталось, и чтобы увидеть тот эффект, который я хотел увидеть, то вот эта система уже выглядит как гораздо более неочевидно, что здесь возникнет этот эффект заранее. Вот. Но, в принципе, его можно... Ну, во-первых, мы его сейчас пронаблюдали численно, а во-вторых, можно действительно посмотреть, что там реально происходит вот этот вот переход собственных значений через мнимую ось. Действительно, именно он сопровождает эту бифуркацию. Вот. Есть такие штуки. Бифуркация нейронного хопа вообще любят в науке, которая называется Mathematical Neuroscience. Это попытка замоделировать отдельные нейрончики замоделировать с помощью дифференциальных уравнений. Ну, понятно, что хочется замоделировать вообще мозг, но мозг там состоит из этих нейрончиков, и теоретически, если мы научимся моделировать один нейрончик, потом объединим все в сеть, и что-то сможем сказать вообще про то, как мозг работает. Вот. Ну и, соответственно, есть именно с точки зрения дифференциальных уравнений, есть модели для нейронов или там что-то с этим связано. Я не сильно углублялся в биологию этих процессов.
Вот, там есть модели посложнее, модели попроще. Ну, может быть, мы до каких-нибудь еще доберемся. Там есть нетривиальная модель в четырехмерном, с четырехмерным фазовым пространством. Это модель Ходжкина-Хаксли. Там возникают предельные циклы, но, правда, работать с четырехмерным фазовым пространством приятного мало. Вот, и там тоже происходит бифуркация нейронного хопфа. Но, может быть, мы чего-нибудь попроще найдем, чтобы можно было глазками посмотреть. Вот. Но в частности, предполагается, что такие вот быстрые предельные циклы – это один из механизмов, которые могут приводить к тому, что отдельные нейрончики… Ну вот у нейрончиков есть разные режимы, когда они как бы срабатывают. Они могут по-разному реагировать. У них есть так называемые спайки, когда нейрончик вот он был в пассивном-пассивном состоянии, потом у него там что-то накапливается, и он выдает импульс такой. А бывает режим, который называется bursting. Это когда он такой ребенка. Вот. Ну и там есть модели, которые связывают этот bursting тоже с возникновением предельных циклов. У вас есть какой-то быстрый предельный цикл. Вот. Не знаю, доберемся мы до этого или нет, до этих моделек, но можно посмотреть, если кому-то интересно. Вот. Ну вот, на сегодня, наверное, все. Спасибо. Так.